почему это к нам до сих пор не присоединилось? Вот она. Очень странно. Ну ладно, пойдем дальше. Дроберта уж берись с собой, чё уж. Типа уничтожен темный камень в Шимабаре. То есть еще есть еще шанс. У нас нет другого выхода. Ну как туда добраться? Все корабли были уничтожены при нашествии. При фестивале нашествия? Бег! И как же мы дойдем аж до Кьюшу, до того, как звезда опустится? Если нам нужен корабль, мы его получите. Есть один корабль. Ты заебался этой анимацией. Полагаю, Сан-Филиппа. Отлично, есть лодка, идем. Дойдем в порт, Сакай. Арин-тян, мы едем в Кьюшу. Спасибо за все, что ты сделала. Мы у тебя в долгу. Мы быстро вернемся. Что, с нами не поедет? Хорошо, я буду ждать. Так выросли. Чего? Звучит как... Звучит как то, что тебя сейчас это побьют. Глава 13, кстати. Ядрить дамаг. Я вообще согласен. Карт Сакай. А мы бывали в Сакай, нет? Бэм, бэм, бэм. С одного удара, по-моему, я его убил. Адский паук? Вот эти что ли? Минус один. Вы охуели там что? Херачу. Так, два есть. Это робобер. Чуть за так такой красиво. Ну дай пройду так. Зайдешь. Три. И четыре. Окей. Долго, правда? Да, ладно.
Дикий цвет. Лук? Ядрить, как вы так? Чуси. А подлететь сюда? А я уебу вам. Сами виноваты. Вообще не задамажил, да? Шедевр. Так, мы сюда пошли, чтобы пазл решить, и все. 4 хода. О боже. Несимметрично. Самое страшное. Как-то изи. Сумерки. Шикарная серия. Чик, ты чё, пьян? Да. Я буду пьян твоей любовью. Глаза нежными в глаза мне посмотри. Чё-то не пойму, куда дальше-то? Мы отсюда вроде пришли. Чё? И вот в этом проблема. И вот в этом проблема. Если бы они показывали, где двери, я бы без проблем все нашел бы. Но они ведь нихуя не показывают. Где, блядь, двери? Тест на мужество? Нет. Да иди нахер. Вот чё, где? Неужели что-то тут было, и я это пропустил? Да? Нет? Кстати, пожалуйста, за руки, уважаемый. Абсолютно наплевать на вас. Сюда не зашли. Наверное, показывали бы двери на карте. Проблем было бы вообще раза в два меньше. Потому что в половине случаев я просто не понимаю, куда идти нужно. По этой карте. Возникает вопрос, нахера мне эта карта вообще? Если она не делает то, что она должна делать. Ка-ка-ка-ка-комбо. Надо блок поставить пацану нашему, Роберто.
Постой здесь. То что-то ты там нахватался. Дурости какой-то. Чего это такое? И что? Не, ну шедевр, чё? Чё, чё могу сказать? Пустая комната. Чё происходит? Главный герой кричит Наруто. Потом кричит Цуцушика. Пацаны разлетаются. Я забираю души. Все. Пока все. Добрый запад. Картинку украшен орнаментом животного. Я просто Борис. А мне тут нужна мелкая. В смысле, не мелкая. Нет, подожди. Оп! Рога какие-то. Смазочное масло. Да ну ёпт. Глупости такие вот переключением постоянным. Сюда мы ходили? Да ходили. Приди, Ахацу. Ты душишься, иди нафиг. Я не в дверь зашел. Надо было следующим. Они так похожи. Ну и что здесь такое было? Вау, текст на японском. И... Здесь в этом тексте ничего важного не было. Потому что если было, то это посос. Роберто, мне верни. Интересно. А я не был. Ну, либо это не обязательно херь, либо одно из двух. О, я понял. Вопрос, с чего начать? Нет, два. Нет. Нет. Сколько слонов было? Кит был один, четыре 4...
4 собаки. Сколько слонов было? 2 или 3? Два, четыре, шесть. Кубика 7 нету. Значит, это либо 6, либо 1. Другой момент, какой порядок? Потому что все на японском. Не посмотришь, ёпта. Что-то хер знает, где это лежит все. Так, Робертыч. Ну-ка, вот сюда зайди. Здесь ничего нету. Да ну конечно, блять. Нахуй вы сделали так? Только он может дверь открывать. Не закрывай их. Не закрывай их. Или мы считаем людей. Животных считаем или людей? Я тут вообще не был. Карт. Так, стоп, а что, лестница была? Нет. Знаешь, что самое смешное? Можно было взять лестницу, блядь, и перелезть через эту дверь, блядь. Капком. Тут вообще людей нет. Получается 4, 2, 1. Другой вопрос, какой порядок? И обязательно это загадка или нет? Четыре, два, один. Сработал. Так, этот момент выяснили. Другой момент осталось выяснить. Обязательно эта загадка была или нет? Обязательно. Че, ты еще кто? Вы еще кто? Ты стреляешь дротиками или что? Насколько вы сильны? Вообще не сильны. Домой. Опять 100-500 дверей. Мне не нравится идея, что мы еще один файл нашли. Сейчас выяснится, да, что еще одна загадка есть. А что, это не дверь? Так она ровно так же выглядит. Без прикола. О, да. Давай. Больше пазлов. Больше необязательных пазлов. 4 хода. Это херово. Несимметрично.
выглядел сложнее, чем я думал. Надо было, наверное, сохраниться. Не, не надо было. Подожди, подожди, я сейчас подойду. Блять, еще одна дверь. Коза дрона. А ты что стоишь тут, охраняешь? Охранник, блять. Время второго пазла, судя по всему. И смена персонажей. Ну тут, наверное, 4 птицы, да? 5. Окей. Заныкали, я не заметил даже. Дай пройду. Слышь, чё, блядь? Ай. Ксо. Так, 5, 2 или 1? Пять, два. Шесть или один. Пять, два, один. Раз, два, три, четыре. Ну-ка, подвинься. Два, четыре, пять, шесть. Шесть. Я уже забыл. 5. Там сколько цифр-то нужно, алло? 3? А? Чё-то не то. На хатцу приди. Дверь отопри. Сугой! Ну нахуй ты это сделала? Подвиньте, мужичок. Говорится, I have a bad feeling about this. Три. Три цифры нужно. И 6 дверей.
Порядок я абсолютно не знаю. Файл я не могу посмотреть, который мы нашли. Потому что, вероятнее всего, он на японском. Где файлы смотреть? Я в этой игре реально не понимаю, где файлы смотреть. Это какой-то пиздец. Это использовать. Не, ну я рад, что это так работает. Может быть, вот это? Потрясающе. Потрясающе. Корусу, 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 корусу! Что это значит? Ты он жуков вызвал? Мне придется смотреть прохождение. Ну, у меня нет перевода. К сожалению. Блять, как я четко ткнул туда, куда надо. Ничего себе даю. Мы прошли 7 часов из 11. Представляешь? Ты понимаешь, эту игру никто не реквестил. В этом проблема. То есть, как бы... Мне игру не сказали. А написать таблицу что-то надо было. В итоге я писал рандомные игры. Плюс чат мне говорил, какие игры писать. Эту игру я сам выбрал. И она выиграла. Вот. Можно просто ответ. Блять, он будет во все двери бегать, конечно. Будучи ботом каким-нибудь. Да? Ну тут другой момент. У этой игры есть перевод. Просто наш перевод сделан с японской игры. Поэтому все грустно. 6-1-5. Не знаю, в чем смысл. Может быть, нужно было выбирать не животных. Потому что бабочек было 6, кит был 1. А кого было 5? Я что-то не то выбрал. Что я сказал? 6-1. Сука, здесь загадка другая. Здесь загадка другая. И загадка другая. О боже. Капком, ну что вы, блядь, делаете? Хорошо, Шин Анимуша есть.
Потрясающе. Архиму. Какого вера? Вот что? Первая загадка у него такая же была, как у меня. Здесь загадок. В этом решении другая загадка. О боже. О блять, боже. Пожалуйста, примите к сведению, что код каждый раз рандомный. Ой, блядь. Ой, блядь. Я даже не знаю, что я ищу, потому что текст весь на японском. Ёперный театр.